Ульяновская область продолжает развивать сотрудничество с японским бизнесом. Во вторник регион посетила большая делегация из страны восходящего солнца. Представители всемирно известной компании Mitsubishi заинтересованы в возможностях развития бизнеса, который им предоставляет наша область. Эту заинтересованность они выразили на встрече с губернатором Сергеем Морозовым, после того, как японской стране был представлен промышленный потенциал региона. И большое спасибо за то, что сейчас вот эту делегацию принимаете, и для моих коллег это первый раз, когда они видели индустриальный парк. Да, сегодня утром мы посетили индустриальный парк Заволжье и наноцентр. Но не только промышленный потенциал интересует японский бизнес. Островную страну привлекают и уже реализованные совместные проекты. Первым стало производство автокомпонентов Takata. Затем в область пришел японско-немецкий концерт DMG Mori и компания Bridgestone, являющаяся партнером Mitsubishi. Участвовал совместно с компанией Bridgestone в строительстве вот этого гигантского завода. И мы рассчитываем о том, что это только начало большого сотрудничества с этой компанией. В конце встречи стороны обменялись подарками и еще раз выразили надежду на тесное сотрудничество. Егор Титов, Юрий Конихин, новости дня, Ульяновская правда.